измениться. Понимаете, последнее слово всегда за департамент, который является и заказчиком работы в данном случае, и утверждающим, да, орган. Как правило, никогда с первого раза проект не утверждается. Но по вашему проекту, да, так как вся территория поделена на придомовые, они и на стадии согласования никаких предложений, никаких вопросов у них не возникало. Может быть, по вашему кварталу и не будет его утвердят с первого раза. Я просто говорю как по накатанной, как по практике. Чтобы нет, мы давайте не как по практике, а как по закону. А им, по закону, да. Так как они являются заказчиком работы, они и утверждающим органом, да, для проекта межевания, они могут вернуть в любом случае. Если они возвращаются... Они вернут нам его, чтобы мы повторно его рассмотрели. Нет, никогда. Муниципальные органы, они его рассматривают в качестве информации, выносят свои предложения. Никак. Потом никаких повторных... То есть оно сейчас будет подано на слушание, с вашим уже замечательно. Пока... Ну, к сожалению, он вернется с замечанием департамента только нам, что мы его увидим. Никаких повторных публичных слушаний, таких повторных рассылок ни в управу, ни в Москву архитектуру не бывает. Последняя инстанция – это департамент. А про их же часть скажите, почему вы их отдаете? А как потом? Про деятельность внутриквартальная? А там никуда другого не получится. А они не закреплены красными линиями, они еще не считаются проезжими частями, и они, в принципе, считаются как территория общего пользования, ее также можно видеть. Просто ну, то есть, если люди берут вот, по максимуму себе будут забирать территорию, вот, то они смогут отгораживаться, и никого на свою территорию не допустят. Сейчас я объясню, когда в том случае, где сервитут, там они обязаны будут пускать. Ну, только там же сервитут, там небольшой. Там совсем, да, совсем не очень большой сервитут. В каждом участке был подъезд сервитут установлен. Да. А здесь такая же подъезд. Там не каждому сервитут. Накладывается на придомовую территорию только в том случае, если только через эти территории возможен подъезд. Если есть подъезд к объектам, да, к участку через другие подъездные пути, то он не нужен.